Всем здорово, с вами Гор, вы на канале Просто Гор. Это видео я снял по вашим многочисленным просьбам рассказать о моей программе тренировок. Она делится на 3 дня в неделю, это понедельник, среда и пятница. В каждый из этих дней я выполняю по 9 упражнений на разные группы мышц. Перед каждой тренировкой обязательно 10-минутная кардионагрузка. Она нужна для того, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему, нормализовать сердечный ритм, повысить выносливость и укрепить мышцы. К сожалению, в зале напрямую я говорить не смогу, так как там будет играть музыка, а это нарушение авторских прав, а я, само собой, законопослушный гражданин. Перед началом тренировок хочу сказать, что эта программа рассчитана на тех, кто уже занимается спортом. Для новичков будет снято отдельное видео. Также будет снято отдельное видео о моей полной тренировке от начала до конца. Ну что, начнем?